В этом году не юбилей, но события не теряют от этого значимости. 71-ю годовщину победы готовят в Новосибирске и по всей стране. Севастополь, Архангельск, остров Русский, Дербент, крепость Брестская. Старт эстафеты. 5 лучей, 5 дорог освещает звезда. Звезда нашей великой победы. Это презентационный ролик всероссийской акции. Заявленный автопробег, бессмертный полк, свеча памяти, георгиевская ленточка. Но самое главное даже не праздничные мероприятия, а помощь ветеранам, забота о каждом. До 2 мая должны привести в порядок все захоронения и памятники погибшим в той войне. По решению губернатора Владимира Городецкого в этом году должен появиться в Новосибирске мемориал в память о тружениках тыла. Ведь наш регион в годы Великой Отечественной практически всем обеспечивал солдат на передовой. Это предусматривается такой выставочный комплекс, 5 тысяч квадратных метров, где самыми современными методами, интерактивными методами будут представлены этапы истории России. Думается, отказываться от такого проекта не стоит. Это действительно шаг вперед будет к объединению людей, к ценностям истории. Вот, поэтому мы сейчас входим, и у нас вот родилось предложение у наших тут коллег. Мы съездили, посмотрели, не строить это новое сооружение, а использовать, думается, уникальный, конечно, был бы объект, это дом офицеров в 17-м военном городке.